Здравствуйте, уважаемые посетители! Ростовский областной музей краеведения приглашает вас на онлайн-экскурсию. И сегодня наш отдел музея русской мясокумбы представляет вам работу Акима Карповича Ванесова в исполнении Ростовского вокзала. Аким Карпович Ванесов, уроженец города Нахичевани на Дону, первый секретарь Ростовского отделения Союза художников СССР, прожил долгую творческую жизнь, отражая в своих работах повседневную жизнь города Нахичевани и города Ростова-на-Дону. И по годовщине освобождения города Ростова-на-Дону он написал работу, которая называется «Освобождение Ростовского вокзала», в которой запечатлен подвиг бригады мазареновцев, которые захватили Ростовский вокзал в ночь с 7 на 8 февраля 1943 года, смогли пробиться с левого берега Дона на правое к Ростовскому вокзалу и удерживали его в течение 6 дней до полного освобождения города Ростова-на-Дону. Командовал этим отрядом старший лейтенант Лука Скорпетович Мадаен, который является центральной фигурой на этой работе. На картине изображен один из эпизодов боев за Ростовский вокзал. На заднем фоне вы можете видеть разрушенное здание железнодорожного вокзала. И именно за этот подвиг Лука Скорпетович Мадаен был удостоен звания Героя Советского Союза, а позже его имя была названа одна из улиц города Ростова-на-Дону. И также, кстати, Мадаен был еще и почетным гражданином города Ростова-на-Дону. Этот подвиг был запечатлен не только художниками, не только Акимом Карповичем Ванесовым, но также и донской писатель Михаил Андреасов запечатлел подвиг Мадаена в повести «6 дней, посвященная освобождению Ростовского вокзала».